В рамках программы «Акселератор успешных школ» онлайн-академии «Улта Кустас» в Уральске прошел форум, посвященный развитию образования. Благодаря этой программе школы смогли разработать новые модели развития. Это, в свою очередь, позволит формировать у учащихся различные типы мышления, обладать более широкими компетенциями. О первых результатах работы говорили участники форума. Аким Уральско-Мержан Сатканов, присутствовавший на встрече, отметил, что образование – важнейший аспект развития личности, и государство уделяет этому большое внимание. Время, когда все выпускники школ старались стать нефтяниками и юристами, прошло. В современном мире куда больше ценится профессии, способные охватывать и другие не менее интересные направления, обеспечивая при этом своему обладателю достойный доход. Базовое образование и сейчас получает каждый ребенок в стране, но что будет, если дополнить его и другими интересными аспектами? Например, показать, какие профессии востребованы не только сейчас, но и в перспективе. Это очень интересный проект, дающий новые возможности и детям, и родителям, и учителям. Со стороны государства эта сфера всегда получает качественную поддержку. В течение 3 лет мы собираемся в Уральске открыть 10 новых школ по самым лучшим стандартам, чтобы наши дети могли взять необходимое образование. И, конечно, такие форумы, как сегодня, дают возможность всем учителям знакомиться с теми новыми идеями, которые дают в других странах и мирах. Я надеюсь, что сегодняшний форум даст определенный импульс развития именно в образовании нашего города. Направлений, которые выбирает школа, очень много. Главная задача – профессиональная ориентация. Помочь ребенку понять, в какой профессии он мог бы состояться. Каждая школа сегодня четко знает свое направление. Начиная с этого учебного года, все могли выбрать вариативную часть в обучении целенаправленно. Педагоги отмечают большую заинтересованность детей и положительные отклики родителей. Каждый родитель теперь будет знать, идя в определенную школу, не по месту жительства, а по мере необходимости. Они будут четко знать, если мы идем в 33-ю школу, мы хотим, чтобы мой ребенок работал в сфере бродкастинга. Если он идет в 28-ю гимназию, значит, он идет на исследование, будет будущим исследователем или научным работником. Вот такие определенные выбор или право выбора нашим ученикам и родителям мы теперь можем дать. Эта модель развития позволяет усилить компетенции ребенка в 21 веке. Важно развивать творческое начало, спорт, технопредпринимательство. На форуме школы и дошкольной организации представили результаты своих проектов в рамках программы «Акселератор успешных школ». Обучение на сегодняшний день прошли более 900 человек. Мы видим, что через некоторое время дети с такими компетенциями, новыми компетенциями, они смогут делать действительно что-то интересное. Например, в городе Уральске нужно создание рабочих мест, новых рабочих мест. Где они могут создаваться? Дети сейчас с этими идеями, с этими проектами могут создавать такие рабочие места. Они уже будут точно знать, какая у них будет профориентация. То есть они будут знать, какое они дело выберут завтра. Почему? Потому что в школе на базе таких лабораторий или школа, работая совместно с компаниями, уже может дать вот эти профориентационные навыки, компетенции современному ребенку. По словам директора академии, в таком направлении школы развиваются в разных регионах страны, однако в Уральске работа имеет свои отличия. Дело в том, что здесь задействованы детские сады, школы, организации дополнительного образования, присоединились к работе и университеты. Через некоторый период это даст эффект на всю систему образования региона.